Во дворце молодежи прошло торжественное собрание в канун Дня Республики. Чествовали полицейских и ветеранов органов внутренних дел. За высокие достижения и добросовестное отношение к службе наградами различных достоинств отметили 30 сотрудников. Среди поощряемых – старший инспектор по особым поручениям спецотдела Надежда Григорьева. На страже безопасности граждан и государства она уже 14 лет. Я очень благодарна за оказанное мне доверие. Поздравляю всех казахстанцев с праздником. Желаю процветания нашей родине. Пусть в нашей стране всегда царит мир и согласие. С праздником! Группа под руководством Каната Аспанова одними из первых приезжает на места преступлений и происшествий. Проводит лабораторные исследования, администрирует базы данных. В преддверии праздника Канат Аспанов досрочно получил специальное звание полковник полиции. Очень рад, звание высокое. Я рад, что меня отметили, что меня наградили. В общем, меня переполняет счастье. И также радуется моя семья. Всем жителям нашей области я желаю в этот день здоровья, счастья, процветания. Также звание подполковника полиции в канун праздника получили и другие опытные сотрудники аппарата областной полиции. Их наградили медалями, нагрудными знаками, грамотами и благодарственными письмами. Торжественное собрание завершилось концертной программой. 25 октября полицейские области традиционно проведут усиленный вариант несения службы, обеспечивая населению спокойствие и безопасность. Валерия Севаш, Шернияз Иманов, МТРК.